На недавнем заседании глава региона Айдарбек Сапаров поручил успеть закончить ремонт на объектах образования до 25 августа. На большинстве в срок успевают. Как проходят ремонтные работы, узнавал Илья Кудряков. Это здание ясли-сада 1966 года постройки. С тех пор капитального ремонта здесь не проводили. Назревал он уже давно. В 2021-м разработали проектно-сметную документацию. В 2023-м на капитальный ремонт фасада и кровли выделили около 37 миллионов тенге. Всего в саду занимается порядка 100 ребят. На данный момент у нас проводится ремонт по утеплению стен фасада, установка металлосайдинга, ремонт кровли, ремонт крыльц. Этого ремонта мы очень давно ждали, потому что в некоторых местах у нас протекала крыша, то есть требовалась замена кровли. В одной из групп было немножко прохладно, то есть требовалось утепление стен фасада. На данный момент у нас работает две бригады. Одна бригада по утеплению стен по фасаду и вторая бригада по кровле. Нареканий для рабочих нет, планируем сдать до 8 августа. Капитальный ремонт кровли и системы отопления сейчас проводят в школе-лицее Дарын. 80% всех работ уже завершили, отмечает директор. На сегодня завершили демонтаж старых радиаторов. Со дня на день должны приехать сварщики для установки новых. До 9 августа работы должны завершить. Также в нашей школе произведен капитальный ремонт входной группы. И также был еще осуществлен текущий ремонт перехода нашего здания. То есть было утепление, ну, в качестве уже текущего ремонта. В этом году на все текущие капитальные ремонты выделено около 80 миллионов. Ну и мы прилагаем все усилия, чтобы школа была уютная, комфортная для учеников и родителей. Проблемы мы боимся, мы неоднократно подрядчику говорили о том, что возможно будет срыв отопительного сезона, что нужно ускориться по графику производства работ. Но подрядчик ТЭЛЕК-2030 обещал, что вовремя сдаст все полностью. Всего в этом году на ремонт городских объектов образования выделили 668 миллионов тенге. Отремонтируют 19 школ и 2 детских сада. Замена системы отопления, водоснабжения и канализации. Ремонт кровли и фасада. Замена окон. Ремонт спортивных залов. Все эти работы во всех учреждениях должны будут завершить до начала учебного года. На трех объектах у нас капитальный ремонт уже завершены полностью. В ближайшее время будут еще несколько объектов сданы. И остальные, согласно графикам производства работ, работы будут завершены в конце августа. Ну, риски у нас были на двух объектах. Это 24-я, 31-я школа. Но по 24-й школе на сегодняшний день мы ее сняли с повестки дня, так как там добавилось людей, как бы уже там замена кровли. Стропильная система уже выставлена на 90%, можно сказать. И входная группа работы проводится. Ну, согласно графику производства, работы будут сданы. Ну и по 31-й школе, там у нас ремонт кровли, ремонт фасада и внутренние работы, замена полов и дверей. Что же касается 31-й школы, там проводят ремонт кровли, фасада и внутреннюю отделку. Только вчера на объект прибыли дополнительные строители. Тем не менее, вопрос, успеют ли сделать до начала учебного года, остается открытым. Илья Кудряков, Денис Кузнецов, служба новостей.